Свердловская область досрочно получила средства на расселение аварийного жилья. Заявка на финансирование программы была подана по инициативе губернатора Евгения Куйвышева. Мы смогли ускорить поступление денежных средств, это удовлетворение наших заявок, как уже сказано было, на 1,8 миллиарда рублей, для того, чтобы мы до конца года смогли дополнительно расселить порядка 1900 человек, а это почти 32 тысячи квадратных метров жилья. Средства выделены из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Всего в 2021 году на реализацию программы предусмотрено почти 2,5 миллиарда рублей. Большая часть средств из федерального бюджета. Напомню, программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, действует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Свердловской области за время реализации программы из аварийного жилья уже переселено 5,5 тысяч человек. В Первоуральске в 2021 году по этой программе расселили 4 ветхих дома.